приехали в отель ITC Resort. Это отели цепочки. Ресепшн. Wi-Fi, как обычно, на территории бесплатный, зонтики, лежаки, шезлонги, все есть. ТТС. Очень колоритненько. Детская горка. Ура! Я дождалась, что где-нибудь на территории будет детская горка. Ура, есть горка. Мы с вами проходим. Пока не вижу бассейна, сейчас спросим. Бассейн огромный. Мы сейчас будем смотреть номер с видом на бассейн. Заходим в бунгало с видом на бассейн. Шкаф. Вот такая зона при входе. Две кровати, чайно-кофейный набор, туалетный столик, вид у нас на бассейн. Так, идем в ванну. О, ребят, ну ванна тут шикарная, конечно. Именно ванна сама такая прям хорошая. Унитаз. Две мойки, как в лучших европейских традициях. Даже какая-то опять сцена. Ресторан. Это ресторан, где проходят завтраки. Вот за ним как раз анимационная зона. Есть еще одна в самом ресторане. Еще раз повторю, что по субботам проходят мероприятия. Еще нам сказали, что отель работает на всех типах питания, то есть включая все включено. Напитки, все у нас входит в стоимость. Вот такого вида первая береговая линия. И вот мы идем по сути, по такому тоже небольшому пешеходному променаду. И здесь сразу море. Ага. Стандарт с видом на море. Снимаем стандарт с видом на море. Вот он. Вот он прямо. Вон прямо вид у нас на море. Отлично. Так. Бар. Так. Спа нет, нам говорят, подсказывают. И по субботам проходит инновационная программа, там, где мы с вами смотрели, что есть. Ванна. Прошу прощения, плохо видно. Да, работает по концепции завтрак, обед и ужин. Ванна, все принадлежности есть. Видите, еще по территории ТТС проходят такие каналчики. Это очень мило. Разбавляет территорию. Ну, то есть они не купаются. Ой, тут столько рыбок. Сейчас я вам попробую показать. Если у меня так... Я надеюсь, вам будет видно. Рыбок здесь очень много. Здорово. Опять идем по территории уже на выход. Встретили русских туристов. Но они сказали, что дети не кушают, но там такие карапузики маленькие.
туристам, в принципе, нравится нормально. Они сказали, что достойный уровень отдыха, у них все включено, поэтому они никуда, в принципе, больше не выходят. Большим бонусом, вот если для отдыха с детками, вот этот отель очень даже хорошо подходит. Всем доброе-доброе утро. Пока наша инфогруппа еще спит, я решила для вас дополнить видеоматериал, как мне показалось, который был неполный. Во-первых, это регион Панранг. Чем примечателен или непримечателен регион? Регион непримечателен почти ничем. Там хорошие пляжи, да, я согласна. Там очень хорошие пляжи, широкополосные. Они реально большие. Шезлонги, лежаки, шезлонги предоставляются. Полотенца пляжные предоставляются в этом регионе также. Wi-Fi работает. Это, в принципе, стандартная практика для Вьетнама. Конкретно по TTC. Значит, здесь из инфраструктуры есть несколько магазинов в округе. Есть кафе, но нам характеризовали регион как, в принципе, не очень многоинфраструктурный. Я вчера встретила туристов в другом отеле, они сказали, что инфраструктуры, в принципе, хватает и нет такого дикого какого-то недостатка. Гиды же говорили наоборот, что регион, ну, такой скучный для молодежи, это больше семейный отдых, и как раз TTC Resort это тот отель, который характеризует семейный отдых. Мне очень понравилась его инфраструктура в плане самой территории отеля. Она большая, она очень большая по сравнению с теми отелями Нячанга, которые мы видели, которые там в закоулке под магазином где-то. Мне это вот этот момент понравился. Значит, также территория очень зелененькая. Вот по сравнению с остальными отелями в том же Панранге территория зелененькая. Она хорошо компактно оборудована, хорошо расположена. Там есть бассейн, там очень большой бассейн. Что мне понравилось, там есть детская горка. Это такой детский уголок, где они могут располагаться, где они могут играть, детки. То есть это тоже очень хорошо. Еще в TTC проходит анимация. Она не ежедневная, она субботняя. То есть по выходным организуют какие-то мероприятия. Есть сцена в основном ресторане и есть как раз возле детской площадки по ходу по территории. А, кстати, не помню, говорила или нет, TTC Resort, чем мне понравился, он работает на всех типах питания, включая все включено. То есть есть и завтрак, есть и рашби, есть и фулборд, и также есть все включено с напитками, все как обычно. То есть это тоже очень хорошая концепция. Те, кто летит с детками, например, будет замечательно, не надо ничего думать, куда пойти, при том, что регион такой, ну, многоплановый, скажем так. Мне этот отель понравился больше всех тех, что мы смотрели в регионе. Объясню, почему. Здесь различные концепции питания, то есть просто сами вправе выбирать, что им нравится, что нет. Также здесь есть детская площадка, то есть для отдыха с детьми это самый безусловный бонус. Оп, куда-то меня камера. Эй, покажи меня обратно. Так, у меня немножко тут проблемы с техникой, но еще раз проговорю, что это первая береговая линия, пляж шикарный, зонтики, лежаки, шезлонги, полотенца, все есть, поэтому вот как-то мне этот отель чисто по ощущениям понравился больше всего. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.